Сегодня 23-летие со дня образования отмечает Министерство охраны природы Якутии. В связи с датой на площади Орджоникидзе состоялась выставка техники, парад работников отрасли и презентация новой формы работников. На сегодняшний день коллектив министерства ежегодно будет выходить на построение. Также будем показывать жителям республики технику и спецодежду, которую мы приобретаем в рамках государственной целевой программы охраны окружающей среды. В этом году, к примеру, мы приобрели вездеходную технику, снегоходы, лодочные моторы, а также обеспечили одеждой, зимней одеждой форменной, парадной и полевой одеждой всех наших государственных инспекторов экологического надзора и инспекторов особо охраняемых территорий.